Каб полепшить дорожное становище, супрацовники ДАИ вырашили ужить новые формы працы. На гэты раз инспекторы и представники военной академии пошли на незвычайный эксперимент. За порушениями кіроўцаў было вырашено сачыць по ветра. Мы сегодня опробируем возможности, значит, использования беспилотного летательного этого аппарата в целях контроля за движением транспорта и транспорта в основном на магистральных дорогах. Вось так идет подрыхтовка до тестового полета. Беспилотный авиационный комплекс «Москит» сбирается прикладно за полгодины. Час полета у аппарата 40 хвилин, радиус деяния 15 километров, максимальная хуткость 120 км в годину, масса крыху больше 2 кг. Обсталяванный передатчиком GPRS. И так опошняя проверка перед стартом. Неоднократно данный беспилотный авиационный комплекс использовался на мероприятиях боевой подготовки вооруженных сил Республики Беларусь в интересах ракетных войск и артиллерии, сил специальных операций. И зарекомендовал себя достаточно эффективной и надежной техникой, которая позволяет осуществлять поставленные задачи практически в любых погодных условиях. Вот задание операторам, и праз некалькі хвилин аппарат готовый баразнить обшары Магілёўшчыны. Далее самое интересное отбывается на мониторе компьютера. Беспилотник может вести видео и фотосдымку камерой высокой здольности. Картинка передается онлайн на место оператора. Плюс привязка до электронной карты местности. Керуется с наземного пункта. У час полету можно уносить коррективы. Там, чем ниже, его больше болтать начинает. Ветер большой. Данный комплекс позволяет вести мониторинг наземной и надводной поверхности, также осуществлять целый ряд вспомогательных задач по определению координат, по обнаружению объектов в лесном массиве, по также мониторингу различного состояния нефти, газопроводов и также другого оборудования. Данный комплекс является полностью разработкой белорусских военных ученых. У идеале такий небесный назиральник допоможе инспекторам сошить за рухом, а головное – выявлять порушение. Информация будет отсутствовать, а потом передаваться инспекторам, каб ужо яны спыняли кіроўцаў-парушальнікаў. Позволит, конечно же, осуществлять контроль за соблюдением правил дорожного движения, в частности, таких грубых нарушений, как нарушение правил обгона, маневрирования. Ну и сегодня мы предложили представителям военной академии каким-то образом нести технические возможности, чтобы мы могли контролировать сверху, что называется, скорость движения транспортных средств. Для нас это было бы довольно-таки весомым бы аргументом. Пакуль гэта толькі выпрабаванне апарата на службе аўтамабільнай інспекцыі. ТАІшнікі ацанілі, але выкарыстанне толькі ў планах. Мы пока просто ставим о том, может быть, каким-то образом арендовать и так далее, потому как стоимость как бы этого комплекса, ну, пока что высоковата, скажем так. Поэтому, ну, в период летнего периода, когда интенсивность движения возрастает, я думаю, почему бы нет? Тем более, что этот комплекс все техническую возможность позволяет контролировать, значит, протяженность довольно-таки большую дорогу.